проехали. Вот. Вот это колновидное яблоко, да? На четвертый год три яблока. Все они на боковых ветках. Самый странный совет, глупый, дикий, это когда, ах, у вас яблони колновидно дают боковятки, убрать их. Вот все я бы убрал бы, когда я дождался бы. Вообще ничего не было. Когда бы я дождался. Уже вот эта центральная, она уже не ветка. Ну, как мы ее называем? Мы называем проводник. Центральный проводник, мы называем ее штамбом. Вот, она уже никогда больше ни одна яблочка не даст. Так же. Ну, спасибо, я хоть узнаю, что это такое, в конце концов. А знаете почему? Там ниже будет фотография, где уже лет 8 вот так и торчат вот такие вот две колонны из рынка. А я умудрился с веточку досрезать и привить, смотрите. И пусть я через 10 лет, но я хоть увижу, что я... За что я 500 рублей? Гоните мои 500 рублей обратно. Сволочи. А нет, не сволочи. Я знал, что этим кончится, просто мне надо было веточку. Я получил веточку. Видите, какая необычная, да? Я такие колонны еще не видел. Вот. А вот он, который уже скоро 10 лет исполнится. Одна. Один раз два дала. Лет 5 назад две было, два плотика. Еще 5 лет назад два плотика, а то уже не жду ничего. Вот она. Угу. Это уровень в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале. В средней полосе, может быть, будет не два яблочка, а может быть, будет 3 или даже 5. Вот это есть, вот эта вся система, гигантский лохотрон, вот, который работает на это. На самом юге можно набрать там, увидеть колонны, которые год-два может даже нормально плодоносить. Но дальше истощаются плодушки. Он не может дальше. Дальше получается тот же самый принцип лысых колено. Вот, все. Как на просто в центральной России вот. Не выращивают их дольше, чем 5 лет. Они отплодоносили, дали максимальный урожай. Идут под раскорчевку и все. Это, извини, следующий. Это в Италии, в Германии. А у нас уже все, у нас не получается вот те урожаи. Просто ждут чуда, вдруг на 6-й год. Ну, то есть, вот как я вот. У нас колонны не могут дать прибыль вообще. Я не беру пару этих суперспециалистов вроде Качалкина. Но я оказался в том же положении. У меня так же, как я говорю, Качалкин, суперспециалист, у него это все может дождаться чуда. И как в свое время про меня говорят, хороший урожай. А у нас-то это... Убогих откуда будет. А сейчас я распространяю эти фотографии прекрасные, да? Что в чужих садах уже. Я вам повторюсь, раз покажу, там еще крупнее моих. Опять пришли фотографии. Это просто ужас тихий. Ладно, пойдем дальше. Вот это моя колонна, это баргузин. Это следующее поколение. Вот. Огромные колновидки высотой 6-8 метров были уничтожены. Вот, потому что это, только место занимали. Молодежь, это уже когда прикупили землю, стало чуть легче дышать. Вот она. Но если я посчитал, на центральном штабе еще штук. Еще они уже падают, кстати. Завтра мы фильм будем снимать, да? 6 штук. А их, допустим, 30. То есть я не считал. Вот. Все остальные лишние неправильные. А этому дереву? Однолетним ты перенес в 2015 году, когда это участок прикупил. У меня редкий случай, память не подводит, потому что раз в 2015 купил, раньше посадить не мог. А она была однолетняя. Вот. А вот это интересная вещь. Это колновидная груша. Только сейчас говорю, что их не бывает. Угу. Они бывают, ну помните, 3 игрушки, 5. Это их предел. А это я с фотографии сделал у Боднера. Вот. Я фильм снимал, потом говорит, да вон это. Я говорю, откуда? Привезли из Крыма. Ну, понятно, у него будет, я знаю, заранее. Сколько лет она у него сидит? Ну, вроде бы недавно, я не уточнял, но может дождаться опять 3 груши, больше не будет. Это я уже знаю, как специалист, больше, ну, 5 груш. А почему? Да для него это такой же прикол, как для нас. Да, колонна, да, такие, да, но это только, чтобы люди в голову бросили. Ой, какая она будет, вот, что будет. Тем более в Сибири. Ну вот, пожалуйста, колонна из этого. Из как называется? Ну, из рекламы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это предел. Потом будет 8, 5 и хана. Больше не дадут. Плодушка не может дать больше. Откуда же они будут? 15-18 лет. Ага. Вот одни и та же плодушка. Такого на всей планете еще не достигли.